go. Друзья, всем привет! И на прошлом стриме мы решили с вами проверить, как работает тема перепродажи вещей со стикерами, которые были куплены по автобаю в Steam. Я сделал запрос на различные пушки, а именно на АК «Африканская сетка», «Глок пришелец», «Дигл осадок». К сожалению, «Глок» и «Дигл» оказались практически без стикеров, ну а как раз-таки на «Калаш», как вы и предполагали, клеится очень много стикеров. Соответственно, подождав, когда цены вновь будут подниматься после просадки различных событий, я все равно выйду в ноль с этих пушек, поэтому ничего не потерял с этого. И давайте я все-таки рассмотрю калаши, на которых так или иначе мне какие-то калаши выпали со стикерами при покупке по автобаю. И, собственно говоря, мы с вами выясним, есть ли какой-то доход с этого. Но вы должны понимать то, что это рандом, и при такой же ситуации у вас, может быть, будет куплено 50 калашей без стикеров, а может быть, будут стикеры, которые вообще не окупают калаш ни разу прям. Так или иначе, я вам сейчас покажу различные калаши, которые мною были куплены, и на которых были конкретно наклеены какие-то определенные стикеры. И там же будет указана, собственно говоря, цена, по которой я буду готов их продавать. И сразу же я скажу то, что я их покупал все в районе 15 рублей 50 копеек. Возьмем это средним числом, потому что какой-то калаш у меня покупался и за 15.20, а какой-то за 15.80. Поэтому берем среднее число, это 15 рублей 50 копеек. И уже будем от него отталкиваться и смотреть, какой профит у меня получился при продаже этих калашей. Ну а как скоро я смогу их продать, это уже отдельный вопрос. В целом я уверен, что со временем они уйдут, так как сейчас рынок переживает спад цен, что весьма ожидаемо на фоне выхода нового кейса и различных распродаж в самом Steam. И поэтому я за это не очень сильно переживаю, соответственно. Друзья, прошу, не ориентируйтесь на те цены, которые я сейчас показываю здесь на этих калашах, так как каждый день цены на торговой площадке меняются, предложения торговой площадки постоянно появляются новые, исчезают старые, соответственно, как бы и получается, меняется какая-то конкуренция на этом калаше по этим ценам, за эти же стикеры. Я просто ориентируюсь на рынок, который сейчас, соответственно, как бы и можно, учитывая то, что идет сейчас Хэллоуин, да, можно даже цены как-то иногда повышать, в ожидании чуть большего профита, чем он есть по итогу сейчас. Но, опять же, надо обращать внимание на то, какое количество у тебя конкурентов, что по стикерам, что по ценам на самом калаше. И много других нюансов, которые, я думаю, вы уже со временем знаете, либо узнаете, занимаясь перепродажей на стикерах. Так что всем удачи, поэтому как бы в этом плане, еще раз повторяю, прошу не ориентироваться на те цены, которые сейчас показаны у меня здесь на скриншотах. Это просто, грубо говоря, моя чуйка. Ну и по итогу мне удалось заработать 44 рубля, 775 рублей, которые были затрачены на эти калаши. Еще, возможно, пару рублей я потеряю при продаже оставшихся калашей, если ждать более нескольких суток я не имею желания. Не люблю эту схему в связи с тем, что это сугубо рандом, неизвестно, что тебе продадут по автобаю, но все же зачастую ты, скорее всего, уйдешь в плюс, если грамотно проберешь оружие. В данном случае это оказались калаши. Что касается перепродаж по стикерам, я повторяю снова, ориентируйтесь на конкурентов, если затрудняетесь в определении цены. Ну а другую же информацию о них я подробно расписывал в этом видеоролике. Ссылка, конечно, будет на него в описании. Ну а вы пишите комментарии, с каким оружием вы бы подобным занялись или уже занимались, и что у вас из этого получилось. Ну а на этом мы заканчиваем видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, на группу ВКонтакте, вступайте в Discord. Все ссылки будут в описании. Ну и всем хорошего трейдинга.